Как, короче, они не начали снимать, а ты, получается, сначала к Портнягину пошел, да, чтобы он там оплатить интервью, да, типа, он тебе зарядил сколько, 3 ляма, да? Да. 3 ляма, да? Вот, у меня это дешевле стоит, ты поэтому ко мне пошел, да? Да. Ну, я понял. Не, ну ты смотри, я через год, у меня тоже ценник подрастет. Ладно. Хорошо, ладно. Мы зарабатывать больше уже начнем. Понятно, конечно. Не, ну просто проплаченное интервью, это видно, да? Давай, конечно, сначала за семью поговорим. Ты, короче, про жену скажешь, как будто ты такой, короче, типа, ну как рыцарь на белом коне такой к ней подкатил, типа, с решением, IT-решение, типа, для них сделать, да? Давай. Простите же. Не, нормальная история получится. Давай. Давай. Все, окей. Так, пацаны, все, поехали, короче, снимайте. Все, давай. Так, мы снимаем.